26 августа 15:43 на пульт отдела Аршанского департамента охраны поступило сообщение, сигнал тревоги из одного из почтовых отделений города Орши. Незамедлительно на место выбыл наряд отдела охраны, которым было обнаружено возгорание помещения изнутри, а также на полу одной из комнат был обнаружен труп женщины с телесными повреждениями. Предварительным осмотром было установлено, что нападение на почту было совершено с корыстной целью, а убийство женщины совершено с особой жестокостью. О данном преступлении мной было доложено главе государства. Президентом была поставлена задача. В течение суток подозреваемый должен быть установлен и задержан. Ход оперативно-розыскных мероприятий президентом также был поставлен на контроль. Докладывать в случае изменения оперативной обстановки в любое время суток. Незамедлительно в город Оршу были направлены опытные сотрудники уголовного розыска Министерства внутренних дел Центрального аппарата, а также сотрудник уголовного розыска УВД Витебска. Был поднят по тревоге Аршанское районное управление внутренних дел, а также отряд милиции особого назначения УВД Витебского облсполкома. На месте происшествия работали следователи-эксперты. Ими очень тщательно осматривался каждый метр совершения преступления. Был на очень высоком уровне организован обмен информацией. Мы прекрасно понимали, что с учетом жестокости совершения данного преступления, также дерзости совершения данного преступления, не исключали, что возможно совершение на территории города Орши других преступлений. Поэтому город Орша и приграничье Орши были блокированы сотрудниками милиции. Особое внимание было уделено вокзалу и железнодорожному вокзалу. Нам были организованы все необходимые мероприятия. Ближе к 23:00 была получена уже информация о подозреваемом лице. При задержании данного гражданина он попытался скрыться сотрудниками, был открыт огонь на поражение. Подозреваемому в настоящее время оказывается медицинская помощь. Проводятся иные следственные действия. В настоящее время уже в постройках и прилегающей территории к дому, где проживал подозреваемый, изъяты деньги, а также изъята одежда, в которой совершалось преступление. В настоящее время, повторюсь, проводятся другие оперативно-следственные действия. Вы знаете, тот цинизм и та дерзость, ну, представьте, город Орша, практически жилой массив, заходит гражданин и с особой жестокостью убивает женщину. Я вам скажу, что с той жестокостью, с которой была убита женщина, были поражены даже сотрудники уголовного розыска, которые неоднократно выбывали на аналогичное преступление, а также эксперты, которые неоднократно там бывали. Поэтому мы прекрасно понимали, что это совершено целенаправленно, и уже я могу сказать о личности преступника. Это ранее неоднократно судимый 51-го года рождения гражданин, который в местах лишения свободы провел более 35 лет. Он ранее был судим за убийство, за причинение тяжких телесных повреждений, за разбой, совершенный с причинением телесных повреждений гражданам, а также за покушение на жизнь сотрудников милиции. Поэтому мы прекрасно понимали, что нам необходимо очень оперативно задержать данного преступника.